Ульяновский областной суд. И здесь канал на видеохостинге YouTube под названием «Сежа» признать незаконным и заблокировать. А также штраф в размере 100 тысяч рублей. Звоню. Здравствуйте. В суд на меня не подавали в ближайшие дни? Какой суд? Я ничего не делала, оно мне не нужно. А сын где ваш? Что хочешь? Да не подавали никакой суд. Зачем она нам нужна, эти проблемы? Все, давай, иди нахрен. Обзвонил еще два номера, никто из них не брал трубку. Очень расстроен. Я, честно, вот это вообще знать не хочу. Просто ставим лайки, поддержим. Я столько для вас делал этих роликов, и мне хотят его заблокировать. И, может быть, это последний раз, когда я с вами вообще разговариваю, если мой канал уже не заблокируют после этого. Всем пока, ребят. Установи себе префикс ютубер. Телепортируйтесь к Гриферу. Также ты с легкостью можешь превратиться в абсолютно любого моба. Грифер будет думать, что вы летающий ифрит. Затем вырежете ему половину его сундуков. И обязательно посадите Грифера в тюрьму нашего сервера. Пускай он сидит за решеткой. Обязательно пишите от имени сервера, что в тюрьме находится Грифер. И наблюдайте, какое огромное количество игроков пришло посмотреть на этого Грифера вместе с вами. Ну и, конечно же, забаньте этого Грифера от имени канала. Пусть он увидит такую замечательную надпись. Мы специально разработали привилегию владельца сервера таким образом, чтобы вы смогли снимать анти-грифишон на нашем сервере Сержукрафт. Вы сможете менять себе абсолютно любой префикс, в любого моба, сможете посадить даже Грифера в тюрьму. И в честь Нового года мы решили сделать огромные новогодние скидки 95%. Поэтому не пускай свои шансы, скорее снимай также анти-грифер-шоу на сервере Сержукрафт. Вышел сейчас опять с Ульяновского областного суда. Я сейчас в афиге просто, дорогие друзья, особо не свечу камеру. Еще раз только покажу то, что вот он, Ульяновский областной суд. И здесь все мы видим, вот это огромное здоровое здание, здесь уже был. Я просто снимаю то, что я сейчас, мне вынесли решение о том, что хотят заблокировать мой канал на ютубе. Поэтому я сейчас аккуратно все делаю, чтобы меня здесь не забрали никуда, да? Вон люди ходят здесь. В общем, давайте отойдем от этого суда, чтобы как-то попроще было. У них там просто камеры снимают. Смотрите, вон камера, да? То есть я снимал, а она снимала меня. Очень опасно. Я сейчас не знаю, как на все это реагировать, потому что я очень боюсь. Вот, пожалуйста, я хочу вам показать решение именем Российской Федерации в городе Дмитровграда. Посмотрите, вон Ковелен Денису Владимировичу о признании канала... Ветер, холодно сейчас. О признании канала. Канал на официальном видеохостинге YouTube, именуемый Сержук, смотрите, недействительным, установил. Тут написано то, что ВП, то есть это Валентина Павловна, обратилась в суд с иском своим мужем, что слышал крики своего сына за компьютером. Надо здесь посмотреть, чтобы меня здесь, может, не забрали. Я не знаю, опасно снимать у суда. Я всегда это говорю, мне страшно. Я сейчас немного в таком состоянии. Я не понимаю, что мне делать. Кстати, здесь вон написано такие слова, как забанили, кильнули, сетнули дом и т.п. Мать ребенка Валентина Павловна не поняла ни единого слова, сказанного своим сыном. Вот, тут опять же также сказано про игру Майнкрафт, да? Вот, посмотрите, именуемый Майнкрафт. Трамвай здесь проехал. И смотрите, вот в чем суть этой всей ерунды. О том, что здесь таким образом суд считает иск, волнуюсь, извините, чуть ли не плакать хочется на самом деле. То, что исковые требования Ульяновского удовлетворить, канал на видеохостинге YouTube под названием Сержа признать незаконным и заблокировать, а также наложить на владельца канала видеохостинга YouTube именуемый Сержа Ковеленова Дениса Владимировича штраф в размере 100 тысяч рублей. Пожалуйста, решение можете обжаловать в Ульяновский городской суд путем подачи жалобы. Я не знаю, что вам показывать, я очень переживаю. Мой канал хотят заблокировать, и его суд уже вынес решение. Посмотри, в соответствии со статьей 151.2 УК РФ, склонение или иное увлечение совершеннолетнего в этот... Волнуюсь, простите, пожалуйста, заведомо для виновного... В общем, посмотрите сами, статья 151.2 УК РФ, можете сами все посмотреть, ничего не придумано. Здесь показаны ее статьи, показаны здесь, вот, можете сами посмотреть, что здесь написано. Вот вам, пожалуйста, хоть стопайте, читайте. Тут читайте, пожалуйста. Я очень перестаю суда, и мой канал признали заблокированным. Сегодня у нас 12 января. Постараюсь сегодня же выложить ролик, чтобы вы, ребята, сразу посмотрели этот ролик, откликнулись. Я попытаюсь сейчас связаться с мамой или с этого ребенка, с папой, не знаю, кто там. И я сейчас достаточно сильно волнуюсь и не знаю, что буду делать. Поеду сейчас, наверное, домой. Я в шоке. У меня нет слов. Поддержим, ставим лайки, не знаю, что делать. Дорогие друзья, я сейчас еду домой. Еду домой искать этого Грифера, его родителей. И я очень волнуюсь, очень переживаю. Я не знаю, на меня наложили штраф в размере 100 тысяч рублей. И меня еще и канал заблокируют. Я не знаю, как это все произойдет, когда заблокируют мой канал. Я просто скорее укладываю видео, чтобы вы об этом услышали, чтобы вы это узнали. Вот. Тут человек на меня смотрит.
В общем, и я постараюсь сегодня это все выложить скорее, быстрее. Я жду ваших лайков, поддержки. Я не знаю, какая конкретно мама и папа это сделали, этого школьника. Я сейчас, не знаю, мне придется, наверное, машину эту продавать. Она как раз стоит где-то 100 тысяч, она недорогая. Чтобы оплатить этот штраф, я правда не знаю. Если будет очень хорошо, если я хотя бы свяжусь с родителями и узнаю, в чем дело. Но мне кажется, у меня этого не получится. Я не знаю, кому звонить, что делать. Правда, не знаю. Поэтому, дорогие друзья, очень переживаю. Спасибо за поддержку. Вот я пришел, доехал, все нормально. Здесь я уже сижу, уже прочитал еще раз все решение, перечитал, пытался понять, где я что не так совершил, по какой статье меня обвиняют. Точнее, уже не то, что обвиняют, уже решение вступило в законную силу. Какой обвиняют? Судья свою роспись поставил. Мне жалко вообще смотреть на свой канал Сержу Крафт. Вот, пожалуйста, ролики. Я не пойму, где я облажался, кто он меня из всех этих роликов подал заявление. Кто? Я вроде никому ничего плохого здесь не делал. Если только вот кто-то здесь, вон, отец требует 150 тысяч рублей, может, они подавали в суд. Или что-то еще тогда мне угрожали. Или кто-то из них, я не знаю, это может быть любой. Я сейчас буду заходить в Skype. В Skype у меня здесь вот стоит такой Дарт Вейдер. Я сейчас буду смотреть в Skype и искать, кому позвонить можно. Попробую и запишу это на видео. Может, кто-то виноват в этом, кто-то подал, чтобы решить с ним вопрос. Я не знаю, о чем мне делать, ребят. Дорогие друзья, сейчас вот нахожусь на своем любимом сервере Sergio Craft, который я строил, который... И сейчас при вас я смотрю ники, кому я могу позвонить в Skype. Вот тут... Я уже нашел на примете один ник, он как раз в сети, я сейчас попробую ему при вас позвонить, узнать, что такое. У меня, кстати, с интернетом что-то проблемы какие-то, полоски плохие показывают, если что-то прервется. Звоню, может быть, трубку возьмет. О, взяли, алло. Алло. Алло, здрасте, с кем говорю? Здравствуйте. А, сразу мама взяла, да? Вот вы с вами общались? Да. Так, смотрите, я просто у вас один вопрос к вам есть. Вы в суд на меня не подавали в ближайшие дни? Вот. Какой суд? Я ничего не делала, оно мне не нужно. Ну, 100 лет. Ульяновский областной суд. Не подавали на меня жалобу, да, нет, на мой нет, там? Нет, нам оно не, мне это не нужно. А сын где ваш? Что хочешь? А, ты здесь тоже, что ли? Да. Ты точно тоже друзьям никому не назвали? Да не подавали никакой суд. Вы точно говорите, да? Да, нет, точно. Зачем оно нам нужно, эти проблемы? Все, я понял. Больше я вас ничего спрашивать не буду. Спасибо, это не вы, я понял. Все, давай, иди нахрен. Спасибо, да, давай. Так, это тоже был не он, это тоже был не он. Так, кто у меня еще есть на примете? Давайте попробуем, узнаем. Сейчас еще посмотрим, кто у меня есть. Даже не знаю, больше на примете-то никого нет. Я обзвонил еще два номера, никто из них не брал трубку, потому что они не в сети показывают, и не было смысла это все снимать. Я думаю, я не знаю, кто в общем. Я на сервере сейчас нахожусь, в своем на сервере Sergio Craft, потому что я уже не знаю, что делать. Мне кажется, здесь скоро никто играть не будет, канал заблокируют. Я очень расстроен. Я честно это вообще знать не хочу, что это такое, больше все эти бумаги. Ребят, просто ставим лайки, поддержим, давайте наберем очень много лайков. Я попробую, я не знаю, что я даже попробую. Если я приду в суд, покажу, что у меня очень много лайков под видео, что у меня подписчики любят и ждут, то возможно, что-то в этой системе российской судов, что-то произойдет, и как бы, не знаю, ну давайте просто поставим лайки. Я больше ничего не прошу, очень грустно мне, я не знаю, как мне реагировать, правда, мне очень грустно, я столько для вас делал этих роликов, и мне хотят его заблокировать, я расстроен. В общем, всем спасибо за внимание, всем пока, всех люблю, и может быть это последний раз, когда я с вами вообще разговариваю, если мой канал уже не заблокируют после этого. Всем пока, ребят. Друзья, обязательно должен сказать, что вы можете получить любую привилегию на сервере Sergio Craft абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно прислать всего лишь одну команду free, и здесь вы можете увидеть способ. Это либо донат за время, либо донат за убийство. Донат за время вы можете получить VIP, админ, основатель. Вам нужно отыграть определенное количество минут, часов, и вы получите привилегию, ничего не делая абсолютно. Второй способ — это донат за убийство. Вам нужно убить 20 человек, и тогда вы получите кейс, бесплатный кейс от сундучка, и вы сможете получить привилегию абсолютно бесплатно, либо VIP, либо премиум.
креатив админ 100 рублей, либо основатель. У основателя очень большой шанс выпасть 90%. Но для этого нужно убить 20 человек. У меня уже есть 11 ключей, осталось всего 9. И я получу бесплатный кейс. Поэтому заходите все, получайте бесплатные админки, привилегии, абсолютно бесплатные IP в описании ролика. Мы не могли об этом не сказать, потому что это наш плагин, наша разработка. Всех ждем, заходите, прописывайте команду и играйте.